понедельник в Самарской области малооблачно, местами осадки. Плюс 19 днем, ночью 15 выше нуля. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, небольшой дождь. В дневное время плюс 21, ночью плюс 14. Ветер северо-западный 4-10 метров в секунду. В Тольятти облачно, небольшой дождь. Днем плюс 19, ночью плюс 14 градусов. Северо-западный ветер 5-9 метров в секунду. В Самаре облачно, небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью 14 с плюсом. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Температура воды в реке Волга плюс 21 градус. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.